Панорамой этой стройки жители Артюшкина буквально любуются. О природном газе в каждом доме большинство местных мечтали почти всю жизнь. Сегодня газовые баллоны из Инза раз в две недели встречают всем селом. Заявка коллективная, порой приходится и подождать. Одной из приоритетных программ газификации отдаленных населенных пунктов Ульяновской области в этом году обозначил губернатор Сергей Морозов. Помимо реализации первостепенной задачи создать комфортные условия для проживания жителей в селе, разветвленная сеть трубопроводов с голубым топливом – не что иное, как инвестиционная привлекательность региона. Более 88 километров внутрипоселковых газовых сетей планируется завершить и ввести в эксплуатацию сразу в 5 населенных пунктах Барышского, Вишкаемского и Ульяновского районов. Работы по укладке первых труб начались в Артюшкино. Мы вообще очень долго ждали газ, и мы несказанно рады всему происходящему. Конечно, все односельчане очень ждут, потому что это и отопление, это и газ, это большие возможности. Приготовить еду на природном газе в ближайшее время смогут жители как минимум 341 домовладения. Протяженность газопроводных сетей только в этом поселке составит порядка 22 километров. На строительно-монтажные работы будет потрачено около 31 миллиона рублей. На исполнение «Голубой мечты» 1500 местных потребуется менее 2 лет. В 2021 году, в ноябре месяце, будет закончено строительство этого газопровода. И, соответственно, люди уже будут готовиться для получения газа. То есть к Новому году, с 21 на 22 год, они должны быть с газом. По поручению президента страны процесс поэтапной газификации регионов необходимо завершить до 2030 года. Также по инициативе главы государства планируется сформировать источники финансирования для подключения граждан к газораспределительным сетям без привлечения собственных средств. Яна Федорищева, Владимир Куликов, новости Улправда ТВ.